Верни головочку. Ой, молодец какой. Вот так смело маленький Максим посещает физиопроцедуры в дневном стационаре при 5-й поликлинике. Всего таких пациентов на 22 педиатрических участка медучреждения 19 тысяч. Это часть Октябрьского и часть Ленинского районов Барнаула. Со старшими здесь были 7 лет назад в стационаре. Да, очень изменилось. Стало лучше, удобнее, заметно. И фасады новые стали, то есть как бы... Видно, что ремонт идет. Сейчас заканчивается капитальный ремонт 3-го корпуса дневного стационара на улице Чеглецова. Там появится физиоотделение, лаборатория и кабинеты функциональной диагностики. Но все же потребностей, которые есть у поликлиники, еще много. У нас большая разрозненность. Специалисты участковые у нас находятся на имени Алексеева, на Титова у нас узкая служба, тут у нас 2 дневных стационара, лаборатория. Мы хотели бы это все в одном здании объединить. На ремонт поликлиники по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» выделили около 40 миллионов рублей. В самом корпусе заменили электропроводку, сантехнику, отопление. Починили кровлю, фасады, поменяли окна и двери. Остались лишь отделочные работы. Завершить планируют к концу декабря. Очень сжатые сроки как бы были, вот, и очень большой объем был произведен, около 1000 квадратных метров выложено перегородок из кирпича, выполнены полностью стяжки все, как бы вот эти мокрые циклы, они отняли немного времени. Денег по контракту все хватает, как бы на более дешевые материалы не переходим, единственное, вот, пересогласовываем замену некоторых материалов, которые попали под санкции. Лечить 19 тысяч ребятишек не так просто, подчеркнула главврач, но с нагрузкой поликлиника справляется. Медперсонала хватает на 80%. Еще бы объединить все службы в одном корпусе на Чеглецова, чтобы маленькие пациенты и их родители могли проходить всех специалистов сразу. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.